Итак, уже пятница. Я веду тут одного малявку в садик. Вот он. Папа у нас уехал, скоро приедет. И мы с ним поедем к доктору проверять, что мне с коленом. Вот. Ты чего уселся-то? А? Сейчас покажу вам его. Эй! Пуколка! Ты чего уселся? Эй! Че глазки строим? Кокетка. Вот такой у меня кокетливый братик. И сегодня, возможно, последний ему, хотя нет. Не последний, я еще в выходные буду делать влог, потому что, ну блин, я обещала неделю влогов. Че? Вот, тут у меня... Кокетка. Кокетка, да, кокетка. Я не могу от него. Скажи сырок. 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 Вообще, у него еще кучки появляются тут. Он такой милашка сейчас. В общем, на улице холодно, дома тепло, но нам надо идти в садик, да? И у нас уже без 28. Через, пойдем через 5 минут? Да. Окей. Потом я вернусь, буду ждать папу. И мы с ним пойдем к доктору, проверяемся мне с коленом, потому что оно мне жутко болит. Что вот так вот все. И сегодня я в школу, потом в институт. Точнее, не в институт, а к моему а-ля репетитору домой. Вот эту вот биологию гребаную сдавать. Вот. Ну и все. И весь день как бы вот. Кстати, пока дома никого особо нет, потому что все еще спят. Ну, папы нету, папа уехал. Я хочу вам показать, это просто вот эту вот асовую шоколадку из меда, я так понимаю, папа это купил. Он для себя купил, но просто показать, какая она. Это просто... Опа, смотрите. Она, не знаю, с моей плечи размером, понимаете? Как бы вот моя рука, вот. Сколько тут? Грамм, килограмм. 1 килограмм шоколада. Я так понимаю, она из меда. Это чоколад. Чоколад. 72% какао. Вау. Она больше моей бошки. Чего? Сейчас, погоди. В общем, огромный шоколад. Я просто в афиге. Не знаю, для чего папа его купил. Может, есть. Хотя он, знаете, такой огромные такие куски плитки. Вот это вот огромные куски вот. Как обычно темный шоколад бывает, вот, ну, я просто в офиге. Как это можно съесть? Даже я не могу это съесть, хотя я не то что фанат, просто мне я люблю шоколад. Что, няня? Что ты мне нянякаешь? Няня. Нянякалка сидит тут у меня. Ладно, в общем, все, мы пошли в садик. Вот отвела я нашу Евгешку в садик. В этот раз без криков, без воплей. Не то что вчера. Вчера был такой шок. Это было просто что-то. Пингвинчики, а нам не холодно, а мы на севере живем. И это я говорю, когда стою в теплом лифте. Сегодня джинсы. Да, вот на кроссовке. Вот так. И пингвинчик в клеточку. Ага. Вкусный мамдэмс? Да. А молочко вкусное? Ты уже все выпил? Да. Вот тут Сашка ел мамдэмс, сейчас принялся будет доедать. Покажи, где твой мамдэмс. Ты все съел? Покажи. Нет, ты не съел. Давай, дай. Ам. А что вы делали? Плавали? Или играли в клубе? Играли. У тебя с каким вкусом? Шоколад. Нет, я про твой коктейль. Малиновый. Малиновый? А у тебя, Жень, бананчик? Бананчик. Скажи, банан. Бананчик. Правильно, бананчик. Они у нас кайфуют, мажорчики. Вечерние мажорчики. Что, скажете привет? Привет. Привет. Это вам всем такой искренний привет. А знакомьтесь, это Саша, вы все ее прекрасно знаете. А это Женька. Этой исполнилось, сколько там тебе исполнилось? 7? А да. Женьке будет скоро 8. Ой, какой 8? 3. Что-то перепорщила, Жень. Ты у нас большой. Да, нас четверо. Если вдруг кто не понял. Это что за выпендрёж? Ешь давай. Вот так ей живу. Угу. Развалился тут. Господин Евгений. Всем привет, я уже дома и уже вечер. Да, весь день прилетел вот так вот. Просто, в общем,
Так, давайте начнем сначала. Первое, это то, что мы съездили с папой к доктору, и доктор сказал, что у меня между костями колена зажалась, суставная складка, и поэтому, в общем, мне сделали укол и запретили сегодня ходить. Но так как бы, ну, как я мазохист, это все давно знают, ну, может, вы не знали. Вот, я в школу не пошла, конечно, папа разрешил. Но я поехала к репетитору и куда? В Медведково. Да, из, при том, что я живу на Молодежной. Угу. Это час езды, в общем, другой конец Москвы практически. Вот так вот, вот. И поехала к репетитору, занималась биологией, там 2 часа биологии. Мелкие орут, в общем, капец, я сейчас так устала, мне холодно. И да, чаёк, кроватка. Боже мой, знаете, нам выдали анкеты специальные для выпускного альбома. И, может, я уже об этом говорила. Я написала, что, типа, что ценю жизни после школы, я ценю сон. Это образно, как бы. У меня есть куча проблем со сном, но я все равно ценю сон.